Алексей Львович признателен много в совершении преступления по предусмотренной части 4, статьи 160 УК РФ на значимое наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 700 тысяч рублей с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с статьей 53 УК РФ. После отбывания основного наказания установить как МКЛ, следующее ограничение не менять постоянного места жительства и пребывания не выезжать за пределы того муниципального образования, где осуждены будет проживаться после отбывания решения свободы, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденного наказания в виде ограничения свободы, положить на Прокопенко его обязанности являться для регистрации специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы один раз в месяц. Меры пресечения осужденного Прокопенко его изменить подписки о невыезде, надлежащем проведении заключения по стражу, взять все Прокопенко, а его по стражу немедленно взяли сюда с предварительным содержанием по количеству 1,8 России в Саратовской области.